Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! В сегодняшнем видео мы продолжаем серию упражнений по книге Терри Харрисон «Акварельные пейзажи». И сегодня нас ждет упражнение с рисованием текстуры дерева. Я буду следовать пошаговой инструкции, которая изложена в этой книге. Начнем. Я буду использовать кисточку щетину. Итак, в инструкции сказано, что нужно сделать бледную заливку умброй жженой неровными мазками, чтобы остались просветы белой бумаги. Дальше следует подождать, чтобы эта заливка подсохла, что я и сделаю. Дальше следует добавить сучок темным цветом, тоже умброй. Следом замесом синего и коричневого цвета нужно добавить неровные мазки, обходя вот этот сучок, который здесь мы обозначили. Специально делается с такими просветами. То есть я использую щетину. И она такая почти сухая, лохматая. И оставляет вот такие вот просветы. И получается таким образом текстура дерева. Сначала есть заливка у нас, следом идет сама по себе текстура, выполненная щетиной. Вот такое вот упражнение с текстуры дерева. Надеюсь, тоже у вас что-то такое интересное получилось. Желаю вам хорошего настроения. Рисуйте и будьте счастливы. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока!